Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 924. Нам дан вектор А с его координатами 3, 2. И требуется определить координаты следующих векторов. Ну, начнем с вектора 2, А. Для того, чтобы определить координаты этого вектора, вспомним правило, что каждая координата произведения вектора на число равна произведению соответствующей координаты на это число. Поэтому первую координату x мы определим как 3, умноженное на число 2, 6. Вторую координату 2 умножить на 2, получим 4. Так, следующий у нас вектор 3 умножить на вектор А. Аналогично. Первую координату 3 умножим на число 3, получим 9. Вторую координату 2 умножим на число 3, получим 6. Следующий вектор минус А. Что такое вектор минус А? Это минус единица, умноженное на вектор А. То есть таким образом число у нас получилось минус единица. И тогда координаты этого вектора будут равны. Берем первую координату вектора А, это 3. Умножаем на минус 1, получаем минус 3. Берем вторую координату вектора 2. Умножаем на минус 1, получаем минус 3. 2. И последний вектор минус 3 А. В этом случае у нас числом, которое умножается на вектор, будет минус 3. Определим координаты этого вектора. Возьмем первую координату вектора А, это 3. Умножим на минус 3, и получится у нас минус 9. Возьмем вторую координату вектора А и умножим ее тоже на минус 3 и получим минус 6. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.